Взяли уже две экскурсии, коротких, но очень неплохих. Первый раз в течение 2 часов была экспедиция, смотрели дельфинов, и нам очень повезло. Мы действительно их увидели. Это, оказывается, совсем не обязательно, не всегда получается. Вот. А сейчас, после второй экскурсии со стеклянным дном, на лодке со стеклянным дном, вот, пришли на пляжик, в 3 минутах ходьбы от этого места, где мы пристаем на лодочке. И вот я купаюсь в свое удовольствие, взяла оборудование для снорклинга на прокат. И так хорошо поныряла, поплавала, снимала рыбок. Не знаю, только никак не пойму, сколько кадров у меня осталось. Надо все дощелкать и уже проявить сегодня же на корабле. То есть все очень неплохо. Конечно, хотелось бы куда-то поехать вглубь острова, но это уже отпадает. Жаль, конечно. Вот этот бич. Так, сушу свою форель, сарунг. Вокруг пальмочки, туристы, частенько говорящие по-русски. В общем, все очень неплохо. Так, спускает канои на воду. А, это вон какой еще. У него боковая опора какая-то. Вот они, правильно, вот она другой передо мной. Я чуть не обращала внимания. Бешено приближаю пирсик, на котором Лёша должен стоять в красных шортах и рыбачить. Вряд ли за то, что... Во, вот он её катит по пляжу на колесиках. Полинезийские каноэ. Вчера на Мауи видели фестиваль, международный фестиваль этих людей, которые каноэ делают. Очень интересно, в глазах у всех из каких-то деревьев выделывали красивые лодки. Вот такого же типа, как это. Строгали пилами. Они
конечно, белые такие все. В процессе обработки тоже красивого цвета такой.